BTCE разъяснила ситуацию для своих клиентов. Представители компании опубликовали на Twitter разъяснение со ссылкой на форум bitcointalk.org. Они заявили, что сотрудники ФБР изъяли серверы и домен BTCE. Также арестована часть средств сервиса. Существует несколько вариантов по восстановлению работы компании. Если проблема не будет решена до конца августа, компания пообещала запустить процесс возврата средств клиентам. Касательно слухов про Александра Винника, BTCE заявила, что он никогда не был руководителем компании. Теперь пользователи BTCE ожидают следующего обновления информации.